поскольку намерения другого человека в принципе являются непознаваемыми, то результаты спонтанного поведения другого действуют на человека как случай. Он тебя любит, а мне ты никто. Шлюха вокзальная. Узнаю, что ты от него на сторону ходишь. Убью. Ты поняла, сука? Все? Фиалку из себя не строй, тебе цена 10 баксов. Чего? Крыса! А ну-ка раздвинь ножки, красавица! Сука! Сейчас я тебе ноги отстрелю. В смысле, как все. За искусство. Добрый вечер. Коньяк, пожалуйста. Сей момент. Повтори. Пожалуйста. Слушай, супруга интересуется. Это будет. Да будет, будет. Прости, старик, мне с девушкой поговорить. А. Два пива подай. Момент. Симпатичная одинокая мордашка. Привет. Отвали, я на работе. Так, поработаем? Я здесь не одна. А с кем? С ним. С этим? Угу. Базара нет. Проходи. Привет. Простите, не помешаю. Я уже сделала свой выбор. В каком смысле? Я не ношу мужскую одежду. В
Как вас зовут? Да нет, ну, просто должно быть какое-то имя. Маша, Даша, Саша, Паша, Луша, Ксюша. О, Ксюша, за знакомство. Ксения, да вы молчите, молчите, Ксения. Молчание украшает женщину, в женщине должна быть какая-то загадка. Правда, это очень несправедливо. Вы обо мне почти все знаете, а я вас ничего, только имя, но я сам догадался. И что же такого я вас знаю? Например, что меня зовут Митя, что я всегда делаю правильный выбор, и что вы мне нравитесь. Положим, этого я еще не знаю. Черт, я проболтался. Что интересует? Зачем мы здесь? Что мы здесь делаем? И что мы хотим делать? Действительно интересует? Если бы не интересовало, я бы не спрашивал. Я здесь за тем, чтобы сломать твою жизнь. Разбить ее, а потом собрать заново, только совершенно другую, понимаешь? Да, жизнь — это очень сложная вещь. Да, жизнь такая странная. Дело в том, что от нее тошнит, понимаешь? А говорят, она одна. Что делать, когда от жизни тошнит, а она одна? Что смотришь? Хочешь, я тебе дам совет? Не задавай вопросы, на которые не хочешь получить ответа. Так, вали. Мне тоже пора. А я тебя провожу. Глупо, да? Мне эта фирма подарила в рекламных целях. Хочешь, тебе подарю? Я не ношу. Ну что ты? Слушай, ну что ты в самом деле? Ну что ты? Ну, успокойся ты. Все. Да все в порядке будет. Скажу, что я злая и бессердечная сука. Это не так. Слышишь? Хочу вернуться домой. К маме. Что улыбаешься? Пошло, да? Да пошел ты. В конце концов, она пожилая женщина. Жалко ее тебе? Знаешь, мне просто как-то... Я слышу все. Уехать все-таки придется. Хотя не хочется. Просто со вчерашнего дня мне негде жить. То есть меня, конечно, ждут, но я туда не пойду. Слушай, может, я у тебя перекантуюсь, а? Мне денег должны прислать. Нельзя, денег нет. Можно? Ты спишь, что ли? Ничего не соображаю. Ничего. Я знаю, я понимаю, что нужно кантоваться, но... Я завтра постараюсь решить твои... Жилищные проблемы, личные проблемы. А я... Сейчас я не решаем. Я сейчас уже...
большой занятости, я не могу подойти к телефону. Оставьте ваше сообщение. Спасибо. Дмитрий Александрович, напоминаю, сегодняшняя съемка состоится в 11 часов в Петропавловской крепости. Машина заедет за вами в 10. Николай Николаевич лично просил вас не опаздывать. До встречи. Алло, это я. Ты не знаешь, где может быть мой брат? Нет, понятия не имею. Он исчез. Кстати, где ты ночевала? Что-что? Где ты ночевала? Тебя это не касается. Я спрашиваю, где ты ночевала? В конце концов, это мое дело. Это наше дело. Ты все равно останешься со мной. Нет, я не останусь. Я забыл, куда там собираешься. Да, к маме в Подольск. Понятно. И не вздумай меня искать. Смешно. Это приказ? Не вздумай меня искать! Плохо он играет, особенно в последней серии. Везде какой-то одинаковый. Глаза красивые, не спорю. Может, это так? А я наши фильмы вообще не смотрю. Не нравятся мне наши мужчины. Какие-то они замороженные, вялые. Нетемпераментные, в общем. Ну, раз на раз не приходится. Итальянцев люблю и латинов. Латины, они красивые. Вот у меня был один грузин. Ну, вот и я говорю, мужчин надо выбирать правильных. Мужчина он кто? Охотник, добытчик. Угу. А женщина должна у костра сидеть, детей воспитывать. Конечно. Мужиков тоже воспитывать надо. Ну, воспитаешь их. Они воспитываются, значит, убивать. В каком смысле? В прямом. Я вчера своего убила. Ой, пока его тушу закапывала, все ногти пообломала. Ой. Никюш, сделайте. Конечно же, сделаем. Привет. Привет. Алексей? Ксения? Очень приятно. Мы с вами встречались? Мне ваше лицо очень знакомо. Это, кстати, вполне вероятно. У него профессиональная память на лица, он художник. Может быть, вы видели меня во сне? Мне сны редко снятся. Как же так? Вы же художник, вы просто обязаны видеть цветные сны. Цветные сны снятся только сумасшедшим. Хотя, в принципе, какая разница, сумасшедшие и художники? А вы откуда знаете? Вы художник. Я? Сумасшедшая. Коньяк, кофе? Коньяк. Прелестно. Танюш, принеси, пожалуйста, пирожное. Коньяк 2.50. Можете спросить? Конечно. А что тут делаешь? Ты помнишь, ты вчера меня об этом спрашивал? Вчера я спрашивал об одном, а сегодня я спрашиваю, какого черта тебе здесь надо? Я просто утащила твою зажигалку. Да, не валяй дурака. Зачем ты приперлась? Хотела ее вернуть. А потом я подумала, знаешь, просто съемки актер.
Может, ты меня с кем-нибудь познакомишь? Ты знаешь, что я собиралась в театральник вступать? Я тебе помешала. Ну, извини меня, пожалуйста. Я просто думала, что вчера... Вчера это было вчера. Вчера мне хотелось развлечений, мне хотелось приключений, и поэтому я вот пригласил тебя домой. Но ты была, мягко говоря, не в форме. Если бы я знал, что сегодня ты будешь бегать за мной по всему городу, если бы я знал, что... Ксения, ну прости, ну прости. Ну, ты знаешь, сколько таких девочек, в смысле, ой, я не это хотел сказать. У меня для тебя прекрасная новость. Если тебе действительно негде перекантоваться, то вот у Алексея есть замечательная квартира. Там прекрасно, он живет там один. Там очень хорошо, там все умерли. Я вижу, ты уже согласна, пойдем. Домовладелец, жилец, садись. Кстати говоря, Ксения замечательно готовит. Я не умею готовить. Вот и сводишь ее в ресторан. Пока, голубки. А черт, я ж совсем забыл. У меня завтра день рождения. В 19:00 можно опаздывать. Правда, ты никогда не опаздываешь, зануда. Пока-пока. Ну так что ж, мы обо всем договорились. Адрес вы знаете. Я должна забрать вещи из дома, и в 3 часа я у вас. Прекрасно, я буду дома. Всего хорошего. Здравствуй. Ну и что ты здесь делаешь? Меня достала твоя манера не отвечать на вопросы. Пусти меня! Отлично выглядишь. Что за маскарад? Можешь считать, что я сменила имидж. Зря, мне старый нравился больше. Меня не волнует, что тебе нравится. Совсем? Абсолютно. Пусти меня! Что происходит? Не понимаю. Что непонятного? Все кончено. Это кто сказал? Это я сказала. Тебя не волнует? Представь себе, нет. Тебе всегда было наплевать на мое мнение. Послушай, ты ведешь себя как базарная баба. Не ругайся, тебе это не идет. Я сама знаю, что мне идет, что не идет. Что я хочу делать, то я и буду делать. И буду делать то, что я хочу. Так было и так будет, ясно? Да, я помню. Что? Как было. На тебе были розовые лосины, бордовая кофта из ангоры и белая дутая куртка. В твоих руках была идиотская клетчатая сумка. А что в ней лежало? Пирожки... С капустой, то, что мама дала тебе в дорогу. А еще я помню, как тебя рвало, потому что пирожки быстро кончились, и деньги тоже. И тогда тебя накормил добрый проводник, хороший такой человек, Иван Петрович, кажется. Не знаю, он мне не представлялся. Тебе не представлялся, а мне представился. Я нашел его через пару месяцев, мы с тобой поругались. Мне нужен был виноват, и я его нашел. Я надеюсь, что с тех пор нет претензий у пассажиров его вагона к сервису. Что ты делаешь? У меня в этом городе никого нет, кроме тебя. У меня тоже никого нет. А теперь тебя нет. Это тот клоун? Или вот этот дешевый пижон в шляпе? Перестань, если ты желаешь им добра, то лучше не надо. Ничем хорошим это для них не кончится. Не смей их трогать, они здесь ни при чем. Все, я считаю, тема закрыта. Могу предложить другую. Что ты делала ночью на катере? Подойди, есть разговор. Не сейчас. Сейчас.
Прошу вас. Вот. А кто это? Да и так прохожий тут смотрит-то не на что. Ой, простите. Да ничего страшного. Это я виноват. А картинка, ну что с ней будет? Она от этого хуже не станет. Наоборот, она подорожала. Долларов на 100-150. С запахом французского вина. Передел власти в сфере клубного и игорного бизнеса. Сегодня ночью убит владелец сети казино и ночных клубов. Вероятнее всего, он был убит около 3 часов ночи на своем катере. Отпевание состоится завтра в соборе Ксении Блаженной, похороны на Смоленском кладбище. Мы полагаем, что это не последняя смерть в этой цепи. Закон Вендетты работает и в среде русских гангстеров. И о погоде. Завтра... Ксения! Ксения! Вам звонят. Все нормально? Я же вам задолжал. Недавно знакомый, а уже задолжал. Так что вам решать, куда мы с вами вечером пойдем. Хотите кофе? Кофе там. У нас до вечера уйма времени. Вы мне успеете рассказать всю свою жизнь. Был женат. Это что-то меняет? Ну как же так, ты не видишь снов? Что ты так смотришь? А почему ты улыбаешься? Ты меня боишься. Митя мне сказал, тебе негде жить. Ну, поживешь ты у меня дня два. А что потом? А потом? Я уеду. Ну что, какая хорошая идем? Шляпа? А? От людей прячешься? Не угадала. Я прячу людей от себя. Зачем? Ну, чтобы было меньше неприятностей. Дай поносить. Зачем? Хочу понять, как это. А? Когда нет неприятностей. Не получается, там надо руку. Каждый... Вечер в час назначенный, или это только снится мне? Девичий стан, шелками скрыт.
Охваченный в туманном движется Я вообще ночь люблю. Ночью все спят. Значит, никто никого не обидит. Тихо. Мы по ночам на речку ходили. С Федькой. Муж был у нас такой свой сумасшедший. Дурачок. Смешной такой. Добрый. Улыбался все время. А еще на речке знаешь, что классно? Если лечь животом вниз на мостик, долго смотреть на воду, то кажется, что летишь. А почему ты не подходишь к телефону? Что случилось? Вчера ночью я стал свидетелем того, как женщина убила мужчину. Я видел издалека. Они плыли на катере. Я стоял на мосту. Все очень быстро произошло. Я даже не сразу понял. Катер, под мост хлопок. Из-под моста мужик лежит, кровь. Ты запомнил их лица? Нет. Женщина обернулась, но лица я не разглядел. Ты сообщил милицию? Попытался, но... Да нет, главное не в этом. Понимаешь, на утро за мной стали следить. Вот эти двое. И если я стал свидетелем убийства, они давно могли бы меня убрать. Нет, они просто ходят. Ходят и все. И это мне не показалось. Что же делать? Что-нибудь придумаю. А тебя-то что это так волнует? А? Я просто за тебя волнуюсь. Но знаешь, я думаю, что с тобой все будет хорошо. С тобой ничего не случится. Будет хорошо, ты правда. Правда. Да? Алло, надо поговорить. О чем? Сам знаешь о чем. Где? В кафе напротив твоего дома. Во сколько? Через полчаса. Я буду.
может действительно уехать к чертовой матери. Поедешь со мной? Легко. А куда бы ты хотел? Все равно куда, лишь бы отсюда. Везде хорошо, там, где нас нет. Конечно, лучше за границу. Но не навсегда. Лет на 50. А потом вернуться. Представляешь, как здорово? Все наши знакомые уже умерли. Никто нас не знает. Я буду ходить в шляпе. Все будут говорить: смотрите, какая дама в шляпе. Извини, пожалуйста, это бред. Не знаю. Это я? Не похоже. А ты никуда не уедешь? Откуда ты знаешь? Знаю. А ты говорил, не умеешь готовить. Соврала? Да. Кто? Откуда ты? Что ж ты раньше-то не сказал? Реальный убийца, поверь мне. Я точно знаю. Я понял. А вот Ксения, которая в кафе... Помнишь, я в кафе тебя познакомил. Она здесь? Слушай, она с ними как-то связана. Вот теперь я прошу тебя, осторожно. Набри ей что-нибудь. Как-нибудь отвлеки ее. Ведь ты знаешь, она как-то связана с этим парнем в черных очках. Но ты помнишь, так ведь он на моих глазах убийство совершил, ты понимаешь? Убийство человека грохнул. Я это видел. Понимаешь? Убийство? Да, убийство. Хорошо, я буду. Я скоро вернусь.
Послушай, ну тебе-то какая разница? Я ведь вообще могла из дома не выходить. Я бы сидела тихо-тихо и носа бы не высовывала. Ну отпусти меня. Пожалуйста, ну пожалуйста. Пожалуйста, отпусти. Ты ведь мог меня не заметить. Я могла бы вырваться и убежать от тебя. Ну что ты молчишь? Ну скажи хоть что-нибудь, хоть что-нибудь, хоть что-нибудь, что-нибудь. Ну пусть... Что, меня нет уже, что ли? Мы уезжаем. Куда? Какая разница? Для начала в Финляндию. Никуда мы не уезжаем, потому что слово «мы» больше не существует. Где твой загранпаспорт? А ты не слышал, что я тебе сказала? Оденься потеплее, обещали заморозки. Я с тобой не поеду. Слушай, я серьезно. Где твой загранпаспорт? Я тебе сказала, что я не поеду, не поеду, не поеду, не поеду, не поеду, не поеду. Ненавижу тебя. Перестань реветь. Ты зачем приехала в Питер? Я тебя спрашиваю, зачем ты приехала? За красивой жизнью? Вот она твоя красивая жизнь перед тобой. Я твоя жизнь. Понимаешь? Потому что кроме меня ты никогда никому не была нужна. Ни маме в Подольске, никому другому. Ты бы сдохла без меня, понимаешь? Просто взяла бы и сдохла. Боюсь тебя. Боишься, значит, любишь. Честно, любила. Даже не представляешь, что со мной происходило, когда я тебя видела. Ты же сказал, что все помнишь. Вот вспомни. Я всегда улыбалась. Постоянно. Как идиотка. Потому что я любила тебя. Будешь стрелять? Пока не знаю. Так где твой загранпаспорт? Паспорт? Я привезу. Скажи, где я съезжу? Не надо, я сама. У него? У кого у него? У этого парня, у художника. Откуда ты знаешь? Значит так. Заберешь паспорт, встретимся в 22:30 на Выборгском шоссе. У Репинской гостиницы. Поедешь с ней. Что, боишься, что убегу? Боюсь. Ему конец. Ты не можешь этого не понимать. Что делать будешь? А если ему конец, то и тебе конец. Он же наследство тебе не оставил. И в завещании тебя не упомянет. Господи, да что он сделал-то тебе такого хорошего, а?
Кто он тебе? Ты просто боишься. А чего ты его так боишься? Пойми, сейчас гораздо опаснее с ним остаться, чем уйти. Его же сейчас все искать будут. Ему на этот раз не выкрутится. А если он выкрутится, то без тебя. Сам подумай. Он убежит, а ты останешься. С чем? С собачьей верностью и пулей в башке. Опять молчит. Вы не скажете, где я могу найти Митю? Я бы сам это хотел знать. Он мне очень нужен, я сказала. Он всем всегда нужен. Ну? Вообще-то у него сегодня день рождения. Я думаю, он у Санечки. Знаете телефон? Девушка, хотите сниматься в кино, а? Не хочет. Lady! Wait a minute! Oh, don't worry. Excuse me. Can you help me? Are you musicians from Denmark? Yes. Yes, sure. Every Russian girl knows who we are. We have problem with the address of our friend. Can you help me? Sanichka! We're happy to meet you. Okay, I know him. Let's go. Oh, I want to get drunk so much. This sounds very beautiful, and you are very beautiful. Do you understand me? Yes. How do you know him? And are you a friend of Sanichka? And your eyes and your smile are so beautiful. And I like you from the first sight. You know? Yes?